допустить появление новых демонов. Ты права. Для этого нужно уничтожить портал. Верно. Вернись в дом Маринетты и используй катаклизм. Так вот, как выглядят врата ада. Выглядит он весьма эксцентрично. Интересно, насколько прочный этот портал? Катаклизм! И это все? Я думал, это будет не такой простой задачей. Слишком просто, даже подозрительно как-то. Надо его отвлечь. Зовите меня разрушителем адских врат. Лак, отдохни. Нужно немного подкрепиться. Надеюсь, ты не забыл захватить немного вкуснейшего сыра. Тут столько моих фотографий. Идриан, ты сейчас совершенно не о том думаешь. И вообще, это неприлично разглядывать вещи без присутствия хозяйки. Не забывай, что Леди Баг там одна. Пора узнать, как там у нее дела. Лак, когти. Это немного его задержит. Я в ловушке. Хорошо, что тут крепкие двери. Суперкот, мне нужна твоя помощь. Надолго я его не задержу. Я уже уничтожил портал. Как всегда, в очередной раз готов тебя спасать. Я в доме напротив. Поторопись, пока не поздно. Уже лечу, куколка. Держись там. Будь осторожен. Пусть не к месту будет сказано, но я счастлив, когда я тебе нужен. За тебя я горы сверну, и уж какой-то демон не остановит меня. Считай, что он уже повержен и лежит у твоих ног. Ищешь, кого бы обидеть? Тогда давай поговорим по-мужски. Будь осторожен, он сильнее, чем ты думаешь. Зачем он бежит прямо на него? Познакомься с моим катаклизмом. Только не это. Может, договоримся? Я согласен, что немного недооценил твои силы. Мой костюм тебе не по зубам? Не ожидал, страшила? Я же предупреждала. Суперкот! Прости меня, леди. Я держался как только мог. Это моя вина. Бедный котик, прошу, не сдавайся.